У меня его не было. Он вышел, ты чё? Я записываю видео, записываю. Записал. Я уже, конечно, записал первый раунд, могу сейчас второй записывать, получается. Я тебе говорю, не было у меня никакого Занторна. Сегодня выложи, чтобы без монтажа, понял, компьютерной графики. У меня вначале был кек, как будто машина на старте лагануло. Я это тоже записал. Ой, мне прям очень интересно, прям это знаешь, это типа из раздела, типа кто кому сочиняет. Ой, блядь. Нет, ну все-таки, если реально Занторна был у тебя, а у меня его не было, то это полный пипец. Ты на серьезных щах это говоришь? Я серьезно говорю, нет, было Занторна никого. Был бы, блядь, чувак на Зенторне катался, ебать. Какой нахрен Занторн? С самого начала был Султан мой, который Султан, дремнулся со мной. Султан Т-20 и этот, блядь, Зенторна, блядь. Вас трое было. Это знаешь, типа, И блядь, что? про... И что с ним стало? Он выбыл в течение раунда, он, кстати, сам себя ликвидировал, в принципе. Да ты что? Ты еще, блядь, Спокойной скажи, ночи. что это ты, блядь, на второй консольке играл, блядь. Не удалось присоединение к делу, заебись. Я один вообще. Я один с умом. Я записываю. Я записываю. Я вообще выбыл, блядь. Поражение. Это, Бодя, это полный капец. Он меня выкинул просто. Как мне быть? У вас два раунда поражения, то есть вы проиграли. По идее, вы сейчас должны новый раунд начать. А я где-то там Я шляюсь. сейчас, подожди, я сейчас выйду из GTA-шки, запишу это сраное видео, Вот прямо сейчас? выложу это сраное. Да, прямо сейчас. То есть ты выходишь... Давай сейчас вот тоже я на паузу зайду, ну, себя в пассивку переведу и выложу две части. Вот.